личного состава воинских подразделений, техники, оборудования, будут огневой поддержки. Следующим шагом создания спецоперативного в основу которого положено шасси грузовика 6322. Рацион отличается цельным прочным бронетворцем, обеспечивает надежную защиту экипажа и трудно отдать обстрелов. Кагуар. Автомобиль построен на шасси автомобиля Toyota Land Cruiser. Установленный на шасси бронекорпус, который изготовлен из высококачественной бронированной стали, обеспечивает защиту экипажа от поражения стрелковым оружием, а также защищает от подрыва на мине. В бронекорпусе автомобиля, кроме водителя и командира, размещается экипаж из 6 человек. Завершает парад специализированный бронированный автомобиль. Грозный внешний вид автомобиля полностью соответствует его названию. Автомобиль построен на базе полноприводного автомобиля Ford. Он имеет еще более вместительный и приспособленный для экипажа бронекорпус. Автомобили «Красный Спартан» несут службу в подразделениях вооруженных сил Украины. Выполняют также боевые задачи в горячих точках в зоне проведения антитеррористической операции. Эти автомобили возвращаются в Ford. Испытаний тяжелых грузовиков. Здесь расположены сооружения и препятствия, позволяющие проводить испытания на проходимость, маневренность, динамические качества автомобилей, а также создавать предельные нагрузки как на автомобиль в целом, так и на его узлы. В демонстрационных заездах по полигону для вас выступает духовой оркестр «Роксолана». Играть не могут, не знаю.